Один дом отремонтировали, еще в 5 ведутся работы и больше 1000 зданий на очереди. В планах у чиновников на второе полугодие 2015 года восстановить кровлю, сделать фасады и отремонтировать водопровод в 1170 домах. На эти цели планируют потратить больше 1 000 000 000 рублей. Но на сегодняшний момент собственников квартир в Кировской области собрана только половина необходимой суммы, чуть больше 400 миллионов. Дело усугубляет еще и то, что не все платят по квитанциям. Законопослушных плательщиков в области только 66%, констатируют факт специалисты. Напомню, уже в августе собственники жилья, которые не перечисляют деньги по программе капитального ремонта, будут платить пени.